Гоша Гочевар опять наклепал какую-то срань. Что-то сейчас все это обсуждаем, ребята. Мне вспомнилась новость. Есть же этот забугорный стример iSpeed, который, ну, такой, знаете, гиперактивный гуталит. Там же недавно была новость, где он играл в какую-то по ФНАФу. Испугался, начал трясти труху, и у него болт вывалился. Я думаю, он шоколадный рофлин, блядь. Ну вот там реально, ребят, петюшок улетел. Там петюшок улетел. У него же там ник называется iShow Speed. Там ее тебе называют iShow Cock, iShow Meat, iShow Dick, блядь. iShow Genitalia, блядь. Да, а еще пить ушок, блядь. Фуф, да.